Билет в цирке стоит 15 рублей. Да ё-моё! Записывай, 15 рублей. Записывай. Сейчас, 15 рубчиков. Какое максимальное число билетов можно будет купить на 100 рублей после повышения цен билетов на 20%? Записывай. 100 рублей? Да. Запоминай самое важное. После повышения цены билета на 20%. На 20% да. Повысились билеты, да? Да. Так, в цирке стоит билет 15 рублей. Да, 15 рублей. Потом, сколько можно купить на 100 максимум. Рублей билетов? А, на 100 рублей или максимум? Да, на 100 рублей. Сколько можно будет купить билетов? 15 на 10, 150 рублей. 15 на 7, да? Сколько будет? Ой, блин. Димуль, я что-то запуталась. Я правда что-то запуталась. Давай посчитаем. 15 плюс 15. 30. 30. Это уже 2. Да, билеты можно купить в цирке. Еще. 15 плюс 15, это уже 60. Это 4 билета. Плюс еще 15 рублей. Сколько? Да 6 билетов можно купить. А если мы на 20% прибавляем, да, то есть это повышается билеты на 20%, то сколько получается у нас? То получается 10% у нас... это будет... Да, вот давай так. 100 рублей, 10% это сколько? 110, 120, 120 рублей. Ой, боже мой. Я запуталась. Ты запуталась.